Всем привет, ребята, вы на канале Denplay, и вы помните, в прошлом видосике мне не выпало на ним. К сожалению, я, надеялся, что она мне выпадет, вот серьезно, но не повезло, не фартануло, как говорится. Давайте заберем Гейла, торговца Гейла, новый вот такой вот скинец, который очень круто выглядит в реальном бою. Ну, короче, очень классный скин, давайте заберем его. Раз, два, три, вы готовы? Да, вижу, вы готовы, давайте. Пау! Забираем торговца Гейла. Отличный скин. Вау, как же он круто выглядит. Посмотри, со змеей. Очень круто выглядит. Посмотрим, протестим. И мне выпал гаджет недавно на него. Точнее, недавно, а в прошлом видосике мне выпал гаджет на Гейла. Ну, посмотрите на этого дедушку, И посмотрите на этого классного. Просто посмотри, сзади у него мешочек. Подожди, не этот. Какой-то меч. Какой-то алмазик. Очень прикольный скин. Давайте, выбираем. И, кстати, видите, сейчас. Это очень эксклюзивный скин, который в этом сезоне Brawl Pass только будет. И его можно получить только за Brawl Pass. Если вы, к примеру, не задонатили на Brawl Pass или не купили Brawl Pass, то этого скина у вас не будет никогда. Потому что кто купил Brawl Pass и полностью прошел, этот скин будет у тех, кто это сделал, я думаю, вы сами знаете. Так что, может, стоит покупать Brawl Pass'ы, потому что эксклюзивные скины можно сказать, ценные. Ну что же, давайте сыграем буквально пару карточек за этот очень крутой скинец. Мне он очень серьезно нравится, без всяких рофлов, без всяких шуток, очень крутой скин. Давайте, ребята, пойдем в Brawl Ball или куда? Да, давайте в Brawl Ball. Гейл здесь, в принципе, очень хороший боец в Brawl Ball'е. Подходит. Так, аутсайдер, круто, я не люблю, когда нубы со мной играют. Вау, круто, он змеями кидается, посмотрите, змеями. Оригинальная модель, начальная, стреляет снегом, а он змеями. Очень прикольно выглядит, очень серьезно прикольно выглядит. Давайте сделаем вот так вот. Ставим пружину. Летим. Нет, куда? Я не могу это делать еще. вы видели? Я хотел вперед полететь, а случайно полетел назад. И, к сожалению, что-то наши тиммейты не очень круто, наверное, играют. Точнее, я даже не круто играю. Давайте вот так поставим. Опа, полетел. Ты, ля, пока полетел. Давай. Отталкиваем. Есть, ребята, затащили. А что ты делаешь, Спраут? Алло. А, нет, это нормально, оказывается, то, что он делает. Я просто думаю, зачем он специально загораживает ворота, чтобы мы не могли проходить там или типа... ребят, неважно. Но все равно нам забивают гол. Неважно совсем, что мы там пропускаем, проигрываем. Сыграем пару каточек. Так... Нас замочили, как не знаю кого. Вау, хорош, Спраут. Выбей, пожалуйста, выбей. Ладно, лучше в ШД пойду. Ну их в баню, этих тупых тиммейтов. Ладно, не тупых тиммейтов, а просто тупое 3 на 3. ШД, ван лау. Ладно, шучу. 3 на 3 это топ режимы. А ШД, наоборот, вот это говно. Вот это вот я пошел сюда вот на свалку. Серьезно, сейчас пойдет какой-то тиминг там против меня. А в 3 на 3 просто нужно, чтобы ваши тиммейты были нормальными. Тогда будет все прекрасно. Окей, меня зависло. Не, нормально. Точнее, не зависло, а залагало просто. Так, давайте убьем эту хилку, потому что вдруг она с пассивкой, которая дамажит. Да, иди в баню. Так, мы же с тобой в тиме, или ты просто меня закрылся сейчас как какого-то бедного игрока. Ладно, давайте попытаемся занять какое-то нормальное место. Хотя бы топ-4 занять бы мне, и все. Ну, скин очень крутой. Вот я не перестаю наслаждаться этим скином. Не, конечно, в катке, если честно, он не так как-то круто смотрится, как в лобби. В лобби прям бомба вообще. А вот в катке как-то слабовато, если честно.
ну, не слабовато, а просто не так круто. Ну, просто, как бы, знаете, какой-то коричневый не очень классный скин выглядит в катке. Но вот в лобби это просто бомбовый скин. Хотя не, в катке тоже, в принципе, норм. Как для кого? Но мне лично в катке не так нравится, как в лобби. Ой, уходи. Блин! Круто, меня убили пятым. Ну, давайте еще одну катку сыграем. Я надеюсь, мы сейчас вернем на 650, по-моему, да? Да, 650. Кстати, он на загрузочном фоне брал Бравл Старса. Ну почему у меня подвисает? Ну, надоели эти лаги. Так, есть. Забрали бустик. Кстати, еще какой-то... Оу, как меня так продамажили? Уходим, давай уйдем. Фух, я подумал... Ну почему так зависает? Ну, надоели эти лаги. Меня же не лагало. Не лагало так жестко сегодня. Почему сейчас лагает? Не иди ты, иди, крутись вот там у себя дома. А, у тебя дома нету, ты бомж, да? Круто. О, нет, не иди сюда. Ой, ну круто. Это ШД, это ШД. Где один бустик, точнее не один бустик, а один коктейль просто убьет любого, блин. Не, вот в лобби он вообще круто смотрится. В катке не так. В катке мне он не нравится, а вот в лобби прям вообще такой классный. Ну, блин, очень прикольно. Серьезно, очень классный скин. Давайте в Brawl Ball пойду. Надеюсь, затащу, пожалуйста. Я не хочу уже играть в эту игру сегодня. Пожалуйста. Анимешник. Да ну почему? Почему эти лаги не прекращаются? Они еще до сих пор лагают. Эти лаги лагают. Конечно, очень логично звучит. Эти лаги лагают. Круто. Так. Ой, хорош, Пенни. Разломала стеночку. Давайте, настроимся на игру. Пожалуйста. Ну, почему так больно, а? Почему мне так больно? Почему мне так больно смотреть на то, как Леон просто, блин, отбирает мячик в миллиметре от ворот? Так, ого, полетели. Ой, а я не могу еще научиться нормально ставить этот трамплин. Почему? Я хотел прямо поставить, что я не так сделал? Ладно, я разберусь, просто мне он недавно выпал. Я вот первые катки на этом гаджете играю. Круто, мы все слились, как последние какие-то игроки, нубы там. Ну почему Леон словил мячик, а я нет? Да, вот так давай поставим. Блин, я назад случайно поставил, ну как? Почему я так туплю сегодня? Я вообще сегодня не умею играть, блин. Вот сегодня я вообще разучился играть, серьезно. Блин, я на Джесси играл, на драконе Джесси. 35 минут, блин. Записывал один видосик, который длился там 6 минут или 5. Почему я так сегодня разучился играть? Давайте, давайте, значит, сейчас будет все жестко. Давайте, 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 давайте. Да, наконец-то скилл пришел ко мне. Ну, это не скилл, это просто... Мне повезло то, что они какие-то протупили в этом моменте. Мои соперники. Есть, нормально, продамажили Джесси и Ворона. Давай, я Ворона должен добить. Ну, почему? Да, хорош. Мортира, просто респект тебе. Давай. Давай. Давай, пожалуйста, умри. Есть! Ура! Ура, я победил сегодня хоть один раз. Ура! Наконец-то я на этом скине победил в 3 на 3. Круто. Круто, круто. Советую всем, у кого не куплен Brawl Pass, купить. Ведь это очень выгодная фигня. Ну, не фигня, а просто очень выгодно. Вот вы кучу наград получаете за 170 гемов. Это не может быть невыгодно. Всем советую, ребята. Ну а с вами был Дэнплей. Надеюсь, вам понравился видосик и вы влепили лайкостики и подписались на мой канал. Ждите новые видосики. Всем удачи и всем пока!